В дежурную часть полиции межмуниципального отдела МВД России Торжокский поступило сообщение о минировании одного из домов на улице Луначарского в Торжке. По данному адресу незамедлительно направлена следственно-оперативная группа и представители экстренных служб. В ходе проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в совершении ложного сообщения о минировании. Им оказался мужчина 1985 года рождения. Злоумышленник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации за ведомо ложное сообщение об акте терроризма.